Фуллскринчик, можно мне? Пони Клаб. Ты зачем на строительный сервер? Так, левый строить, правый убирать. К. Внешний вид, Y вращать. КУ. Окей, можно мне сразу музло потише? Если вам не слышно игры, можете мне сказать. Или если меня не слышно, тоже можете сказать. Вай, меня снежный ёрш. Это наш ёрш или это другой ёрш? Кстати, нашего ёрша я что-то давно не видела. Она, по-моему, там в диплом совсем ударилась. Так, что там, обнимашечки? Обнимашечки. Можно ссылку на видео. Диоген, посмотри в видеозаписях группы моей. Она там не так давно была. Там, короче, заходишь в видеозапись, ищешь этот видео, открываешь, кликаешь на значок YouTube, и тебя перенаправляет на оригинал. Все, короче, всем привет. Кто у нас? Это я, Динки, Кусь, Риги, сервер. Сервер спит. Ну чё, надо выбрать место, где строить будем. Ладно, посмотрю. Окей, песня из мюзикла Any Get Your Gun. Понятно. Все слышно, в том числе свершков? Окей, ну если будет что-то громко, вы мне говорите. Ну, или я, или игра. Я вот сделала, как мне комфортно, а вы там смотрите. Давайте, короче, выберем 15 человек на сервере, между прочим. Место выберем. Тут уже все понастроили. Сейчас сервер как вылетит, скажет: опять Тома привела с собой Тобун Пони. Так, где тут еще незастроенные площади есть? Ну, мы, понятное дело, подождем рассвета. Ну вот, тут вроде еще много места. Сейчас мы воткнем факел и будем тут, короче, вокруг него строить. Можно костер? Короче. Я все время забываю, что не надо жать на X в этой игре. А как просто другое что-то взять? Я пытаюсь все время просто освободить копыта. И, короче, сделаем, знаете, эти самые... вокруг одни костры, все горит и ягает. Короче, тут какие-то новые двери завезли, еще что-то. Ёршик ушел в диплом, да, и не вернулась. Жалко, что не могу в Pony Club сыграть и стрим смотреть. Печально. 10.30.83. Смотрела ее не так давно, с полгода. Людей на сервере меньше, чем на этом стриме. Очень популярная игра. Ну, опять-таки, Диоген, ты все время сравниваешь эти самые... Хотя ладно, Pony Town тоже фанатский проект, но народу там дофига на сервере. Там обычно как зайдешь, так там под, там, я не знаю, сотни... тысячи. Но, честно говоря, мне не очень нравится, когда вот прям вообще не проступить нигде. Прям заходишь, а там, я не знаю, какой-то... Ой-ой-ой, как много народу. Так я тоже не люблю. Вот. И плюс в Pony Town реально можно только сидеть и общаться. Чё в этом прикольного? Я не знаю. Если кто-то ищет меня на игре, то смотрите, там верхний угол, там координаты. Вот. Если кто-то меня найти не может. Вы проверяли почтовый ящик. Должно было еще прийти письмо. Да, я... Спасибо большое за поддержку. Я была на почте в... Вот посылку забирала, это был... несколько дней назад. Я не помню, это был четверг или... среда или... Нет, в четверг я ходила заказывать. Ходила относить значки, точно нет. В среду, наверное, была на почте. Письма не было, но есть это письмо, его просто положат в ящик, и я его потом просто заберу. То есть его 100% никуда не продадут. В смысле, не отправят обратно. Ну, в смысле, просто письма просто кладут в абонентский ящик, и он просто там лежит. Оно, письмо. Вот, то есть я смогу его просто забрать, когда мне будет удобно. Ну, короче, как буду мимоходом мимо почты, так и зайду. Может, сегодня забежим. Хотя нет, сегодня мы уже, наверное, до закрытия не успеем. Ну, на той неделе, короче, заберу. Вот. Смотрела стримы перед дипломом и норм. Смотрела стримы вместо диплома и норм. Не знала о стримах, когда писала диплом.
вместо и перед, и после. Почему игра так долго грузится? Там этот движок. Как это? Я забыла. У нас на этом движке еще были 3D-экскурсии, когда я работала там с ним тоже. Намаялись. Вот. И... Что я говорила? Короче. Я, когда писала диплом, я уже работала. Поэтому я писала диплом на работе. А как дверь открывать? Ой, нет, это мы убрали дверь. А как ее открыть? Я, в смысле, знаю, что дверь можно... Я хочу зайти в дом. Какой клавишей можно отпустить то, что есть? Тут какие-то раскладки. Я не знаю, как открыть дверь. Приплыли. Поэтому давайте мы ее сначала уберем, потом я... Ее как-то можно открывать и закрывать, но я что-то лошара. Я так много играю в эту игру, что я даже не знаю, как открывать и закрывать дверь. Я могу ее с собой убрать и потом поставить обратно. А открываем и закрываем двери мы с ноги. С копыта. Представляете, такая... Динки, спасибо за помощь. Представляете, такая инспирейшн заваливается, такая с копыта, такая дверь. Открывай, сова, медведь пришел. Так, вот. Это как ее? Лето. В смысле, солнышко вылезло. Лето, солнышко, господи. Что я несу? Вообще. Что я несу? Если что, я просто что-то строю, без конкретно что. Просто хочу что-нибудь построить. В прошлый раз я... Я, кстати, в прошлый раз по итогу что-то построила, а потом такая, короче, заскринила чью-то нормальную другую работу и свою просто дропнула, и все. Потому что... Или не дропала. Ну, сервер сам очищается, если что, поэтому можно... Строить всякое непотребство сколько душе угодно, он потом дропнется со временем. Ой, мимо. Убей, уйди. ЛКМ и близко подойди. ЛКМ и близко подойди. Так я вроде бы близко была. А для этого надо, чтобы в руке что-то было или нет? А, когда уже поставил, все поняла. Ура, я знаю, как теперь ставить. Ой, там куча этих самых. А как сделать, чтобы в лапке ничего не было? Я что-то тормоз. Это что, лавка? Это мы строим баню, короче. Хоть где-то лето. Вроде можно было в окнах стекла вставлять на русскую К. О, вот такие разные окна можно делать. Я кус нечаянно удалила. Я верну потом. Раз. Да, можно. Я хочу удалить окно, я не хочу удалить весь дом. Можно я не буду удалять весь дом? Пожалуйста. А двери, кстати, только такие или тоже какие-то разные есть? А, вот видите, они, короче, немножко разные есть. Это я, конечно... Ой, простите. Верните ковер обратно. Я нечаянно. А, кстати, вот этих в касках, это клан строителей. В касках с алмазиком. Так, давайте вернем ковер. Нечаянно его дропнула. Ой, там нечаянно было. Какое ключевое слово я нечаянно, короче. Я нечаянно поставила лавку, я нечаянно дропнула куст. А...
Кстати, вроде как с какой-то периодичностью тут сакуровый листопад, я еще не видела его. Знаете, типичные кусты, которые загораживают все окно. На крестик. В смысле, на крестик. На крестик. Спасибо, Сноу. Чтобы не было ничего в лапке, надо на крестик около предметов. Как это я тупенький, спасибо. Какой милый дом. Да, дом вообще сейчас классно построим. Только что пришло это от Марины из Фефе. Письмо? Хорошо, понятно. Я только ты мне потом напиши, а то я забуду опять. Вот. То я такой... Тут помню, тут не помню, сами понимаете. Короче, я предлагаю сделать задний двор... Задний дворик. Ну, вы поняли. Дворик задний. Я предлагаю сделать. Конечно, я просто себя иногда... Строим дачу. Резиденция дачи. Мария Фата, привет. У нас строительный, чтобы менять время на жи. Понятно. Ну, пока день. Я потом попробую. Или на по-русскую. Ну, понятно. Что значит П? Погода? Или полдень? У меня такая классная конструкция. Всем конструкция, конструкция. Я вот думаю, может быть, тут дропнуть и немножко в сторону сделать. Это мы так классно все. Дропайся. Чуть в сторону сделаю, а то у нас реально как-то очень прямоугольно получается. Чё, прикольно. Так строишь себе какую-нибудь штуку. О, можно вот так, да? Прикольно. Можно их совмещать вот так, столбики, и будет как бы одна изгородь. Забавно. Раз. А потом такой сел и время пить чай. А закрыть... Есть такие столбики узкие, нет? Такие, да? Ну, окей, ладно. О, Диоген пришел. Помогать строить. Я тут. Я буду контролировать. У меня вопрос, ты ведешь по передаче влог или нет? Лина, уточни, пожалуйста, о чем ты? Что значит влог или нет? И куда я его веду? Чуть конкретнее можно? А то я глупенький, я не всегда вопрос понимаю. Сейчас мы тут, короче... А, так, другие мы оранжевенькие поставили. Грибы светятся. О, грибы светятся. Да ладно. Сейчас мы, короче, тут грибное царство сделаем. Они одного цвета? Видно. У нас мухоморчики будут. Что тут еще есть? Кустики. Чувствую себя ландшафтным дизайнером.
Где вход? Вот, кстати, да, я вот хотела вот тут на самом деле оставить по вот так и вот так, ну, в смысле, по входу. Вот так, чтобы можно было заходить и выходить. То мы так классно, короче, раскочегарились. Ой, смотрите, сакура полетела, сакуровый листопад. Хотела скамеечку поставить. Шашлычки жарить. Ей. Сейчас как чай себе набабахаю, да. По цвету узнала Диогена? Нет, там кто-то написал, типа, пришел Диоген, я на него навела, увидела, что это он пришел. Все гениальное просто. Томострой. По телевизору просто только что узнала, что моя знакомая где-то слышала тебя или видела. Как Альф делал. Я, конечно, бывала по телевизору, но я была исключительно в каких-нибудь выпусках, типа там про... Вот у нас когда фестивали анимешные проходили, там нас, ну, как бы снимали о фестивале, и там, ну, бывало, что там попадала в кадр и давала какие-то короткие интервью. По работе там тоже такое бывало. Но нет, на постоянной основе я ничего такого не веду, если что. И канал у меня только один. Других каналов у меня нет. Может быть, видела кого-то похожего. Можно сесть и пить цай. Нет, и пить саке. Можно вот тут вот поставить. Короче, это будет у нас саке и блюдце, с которого его пить. Все, короче. Я это самое, под сакурой. А можно, у этого дерева есть расцветка сакуры? Все. Да, у меня значок Ютуба. Чтобы вы знали, что и это не фейк. Вот, прикольно, если бы можно было менять... Да, ага. Вот, если можно было бы менять цвет уже установленного дерева, вот это было бы классно. А чё тут кусты кто-то не доставил? Так один куст поставил, и все. Тут неровно. Верните Сакуру. Это чё? Все, мы это самое, короче, саке попиваем под Сакурой. Включайте какое-нибудь музло. Давайте рассуждать о жизни. Читайте Хокку. Оно исчезло, я не хотела. Короче, тут правой кнопкой устанавливаешь, левой убираешь. Горячий стрим с чаем, это прекрасно, да. Вопрос так, про передачу отвечала. Вы говорили, у какой-то крупной группы по Леди Баг есть сайт, на который сливаются серии. Не могли бы вы кинуть мне ссылку, если такова имеется? Сейчас. Кину. Душевно. Да, все, короче. Релакс. Мне похожую музыку эти 2 недели в голокамере в соляной пещере ставили. Но это классическая всякая вот эта вот восточная с флейтами. Интересно, у меня где-то остались видеозаписи с нашими сценками под это дело? А, знаете, я вам, наверное, хочу одну сценку показать. Сейчас. Мне что-то прям пропёрло на эту сакуру. Сейчас я попробую ее найти. А, все, хватит вас массовых убийств. У нас просто было 2 бакена, и мы их использовали где только могли. Все, возвращаемся в Pony Club. Там было пираты против пиратов, но в конце по смерти просто всех убило. Все, Pony Club, живи. Все-таки чё?
пираты и джедаи. Нет, там было два корабля пиратов, там типа в начале, там, короче, ну вы поняли, какой фигней мы страдали. Что, мы еще будем что-нибудь строить, сколько вообще времени? Во всем Минато Сакура. Можем еще что-нибудь построить. Короче, это был приход от Саке. Можно теперь подняться. Построить что-нибудь еще. Я, кстати, не участвовала в сценке с пиратами. Хорошо под Сакуру выявили. Ничего этого не было. Учетом, что я это вырежу, все. Как язык в настройках поменять? Хороший вопрос. Я не знаю, как. Короче, Том победил. Нет, Тома даже не участвовал. Слушайте, меня тоже уже подтормаживает. Давайте еще что-нибудь послушайте. Тут уже такие это самое, раз это самое. Я хочу что-нибудь еще. Серия там, в которой они целовались. Там Леди Баг обсуждает, что ли? Вот. Короче, забавно было. И честно, ну вот я вот сейчас объективно смотрю спустя 10 лет. Ну серьезно, ну такой детский сад. У нас тут Толя уже пришел. Вот, но на тот момент почему-то, знаете, было норм, и вот даже народ аплодировал, то есть как-то и те, кто смотрели, им тоже было норм, но, конечно, сейчас объективно это, конечно, очень странненько. Вот, давайте я еще вот такой скринчик сделаю. Тогда было как-то норм. Вот, так что все, повеселились и хватит. Давайте вот что-нибудь тут куда-нибудь продолжим. Строительство. Я все думаю, в какую сторону мне пойти строить. Боже, тут выходишь, а тут стена. Нет! Можно я тут немножко укорочу ваш дом? Ну, алло. Ваш дом. Full screen. Ах, не хуже, чем городские соревнования КВН. Вот да. Вот такое же впечатление, знаете, КВН какой-то. Петросянство какое-то сплошное. Ну, кто там такой строит после носа? Давайте вот тут еще какое-нибудь приусадебное хозяйство построим. Ну, это как-то на тот момент было адекватно. Ну, просто, знаете, вот просто на тот момент как-то... Я, если чтобы вы понимали, 2009 год, это я уже... Я уже даже университет закончила как раз-таки. Это уже был, наверное, первый год после университета. Я в 2008 заканчивала университет. То есть это уже год, я уже не училась. И занималась вот таким. Короче. Срамота-то какая просто. Непередаваемая. С мужем идем на нем фестиваль, поснимаю для вас. Окей, много не снимай. Пока вы ловили коллективный приход от Саке, я докрасила скетчик. Хорошо. Томасянство. Во сколько... Это сколько Тома вырезать в фотошопе для видео? Много, наверное. Ну, я там обложки всякие делаю, да. Я очень много времени трачу на оформление видосов, на самом деле, и стримов. И прочее. Прям не это самое, непростительно много. Кстати, 15... Вот я думаю, у меня сейчас тормоза от чего? От того, что Сакура в листопад? Или от того, что много народу? Хотя народу вроде мало. Хотя я еще в том браузере играю, в котором у меня 100-500 тысяч вкладок открыто, поэтому, на самом деле, тут, возможно, полностью моя вина, что я никак не найду времени все это нафиг снести. Ну, точнее, расчистить. Вот. Ну, вы видите там какой беспредел. Я их периодически удаляю, но они опять образуются. Это было мило и лампово посмотреть. Эксклюзив. На ютубчике это выжжу все нафиг. О, Дэн Бармен, привет. Даже ручки затряслись. Кстати, кто это делал? Кто это сделал? Что за лес? Нас гриферы в чате. Нас это самое... Строят дерево. Лес, то бишь. А, да ладно. Я спокойно к такому отношусь. Лимит не вечен. Кстати, да. В игре есть лимит на количество
вещей, поэтому давайте не совсем лес создавать возле где-то дома. Короче, что-то я забыла сказать. Что-то я забыла сказать. На следующей неделе я хочу, кстати, поиграть в Legends of Equestria, но тоже вот так на расслабоне. То есть, я не знаю, может быть, даже за Crystal Heart, потому что я не хочу ничего думать, я хочу просто поиграть. Вот. И давно мы не играли. Может, там, конечно, будет что-то какому-то Пасхе, кто же не знает, что это за лес. Вот, но я, конечно... Ну, просто давно не играли, хочу поиграть. Сейчас все гореть будет просто. Вот, и это самое. На следующей неделе у нас будет парочка крафтовых стримов. Вот. Вражея и Лоя. А потом стримов, скорее всего, не будет, потому что буду готовиться к конвенту. Короче, я поняла, у нас какой-то вредитель завелся, который нам строить не дает. Ну и ладно. И фиг с тобой, Северный Олень. Это мой лес. Толя, прекрати. Сверчков не слышно? Да ладно, вроде громко. Скажи, где ты находишься? Координаты вверху. Вот, координаты вверху есть. В песочнице, да. Что будем крафтить? Мне надо кучу кексов делать к конвенту, поэтому... Кексы, скорее всего... Их там надо очень много. Что такое? Прям спаунятся кусты передо мной. Вот. Ну, скорее всего, буду довязывать прически, потому что основа, может, inspiration такая. Не, ну серьезно. Харе там строить. У нас сервак не прогружается. Вот поэтому хорошо, когда на сервере мало людей. Чем меньше людей, тем больше адекватов среди них. Так, К. Лавочка. Мы сейчас будем как бабушки на лавочке сидеть. Вот, а столиков тут не было, по-моему, или были? Или это и есть столики, а не лавочки, на самом деле? Тут есть цветочки всякие разные... Где уборщики? А тут есть... У вас есть целая каста уборщиков? Каста уборщиков, как это звучит. Ну, в смысле, ребята, которые специально ходят и очищают. Прикольно. А как они определяют, что... Ну, ладно, наверное, как-то можно определить. А под сакурой? А, ты под сакурой? А, ты не можешь строить, поэтому ты сидишь. Ну, логично. Я вижу, что тоже уже такая... Строители такие офигевают. Что происходит? Так, вот эта скамейка не в тему. Такое снесла забор случайно. Как грибочек на скамейке, это, конечно, тема. Да, и мы максимум до 4 сейчас еще посидим вот 15 минут, борясь с возникающими из ниоткуда предметами. Будете... Чё мы будем? Что такое? Сил треть. Я не знаю такого слога. Можно я побуду уборщиком? Почему я не могу зайти? Ну, народу на сервере немного вроде. Может, просто это самое. Не знаю. Я тоже захожу достаточно долго в эту игру. Грибочек, бабушка, заменитель на скамеечке сидит. Что это тут самое? Кто не может зайти? Кто-то пишет, что не может зайти, и, судя по всему, уже зашел. Толян, это ты все еще тут бедокуришь? Переставай давай тут. Дайте ссылку на игру. Да, мы сейчас это самое. Заканчивать уже будем.
пони этот самый. Это солнечные батареи. А, это так надо, короче. Это не абы что, это так задумано. Сейчас скину ссылку. Но мы, если что, уже сейчас будем потихонечку заканчивать. По сакуры посидели, лепестки посмотрели. 40 минут пыталась зайти, не смогла. А когда на Ютубе выйдет видео? А, какое? С этой игрой или что? Спасибо. Не за что. Что-то тут, как ни посмотрю, все так меняется очень сильно. Короче, это скамейка это или стол? Вот я не поняла. Стол это или скамейка? Это скамейка-стол. Стола-скамейка. Грибы эти. У нас просто какой-то It's a me Mario тут. Натуральное. Или это, знаете, и стол, и скамейка одновременно. И то, и другое. Понятно. Это стол и... Так, не поняла, тут же была или не была изгородь. Вот теперь кто-то дачу успел удалять. Прекратите. Брови. Давайте поздравим страдающую от антинародного режима нашей принцессы Селести, Пегасисты Анну Павликову, с днем рождения, который будет 27 марта. Спасибо большое, Руслан. Поздравляем Анну с наступающим. Всего хорошего. Счастья, здоровья. Спасибо большое за поддержку. Я, кстати, кружку твою получила. Я ее уже убрала ее. Спасибо, Руслан. Кружка твоя пришла. Все хорошо. Лежанка. Это знаете, как это... Когда на диване смотришь кино и ужинаешь при этом на табуреточке. Вот так вот. Новости Pony Club. Ну, новости сегодня попозже. Ну, в смысле, сегодня будет запись... Итоги недели. Pony Club, наверное, утром завтра. И завтра же утром... завтра в обед, наверное, новости. Может быть. А может быть и нет. Посмотрим. Я вообще не хотела новостной выпуск делать, но, наверное, сделаю. В плане там все-таки эти самые... синопсисы серии. Все, короче, убираем за собой. И это самое... Харе тут ставит всякую фигню. То я себя чувствую неудобно. Ладно, грибы светятся, окей. Я себя чувствую неудобно, что я прихожу в игру, и за мной приходят люди, которые тут начинают тут бедокурить. Вы же понимаете, что вы меня подставляете? То меня отберут права и больше не будут пускать в игру, скажут. Что ты тут с собой приводишь? Что было за сообщение? Где? Когда? Заранее не поздравляют? Ну, вообще, да, на самом деле. Ну, я так к этому особо, знаете... Я не считаю, что это прям вот прям страшное что-то, если заранее кого-то поздравит. Что-то прям вообще не-не-не-не-не. Я не настолько суеверный человек. Вот это что такое? Чей это пикничок такой? Вводят тут табуны. Да-да-да. Я говорю, я уже с таким сталкивалась на Лое, когда мне в чатик откровенно писали, что типа, фига ли ты тут опять пришла и с собой привела кучу народу левого. Так что давайте мы не будем делать так, чтобы меня еще отсюда вытыривали. С Донейшн наверное, что сообщение? От Руслана сообщение, что? Который кружку присылал. Который за Лунную Республику агитирует. А, ты пропустила из-за рекламы? Просто поздравление Анны с днем рождения, которое 27 марта. Вот. Все, я пошла под сакуру.
Тут вырастает лес просто как в Мононоке из-под ничего. Я пойду вон к ДНСу пить саке дальше. Ну что такое? Короче, мне кажется, нам пора закругляться. У меня Сакура нет. Сакура, верните. Верните Сакуру. Ж, да? К. Только не Сакура. Только не Сакура, но... Три сакуры. Это заблудился в трех сакурах, знаете, вот это. У нас мега сакура. Все, короче, хорошо. Понемножку. Заливаю рисунок в группу, пишет Луна. Сейчас посмотрю. Все там, кучкуйтесь. Заканчивать, там что-то уже челюсть от смеяния болит. Так, чтобы группу свою найти. Вот рисунок. Это субботний стрим. За субботний стрим нарисовала вот это. Как всегда, скетч был норм, а по репокрасе уже как-то мех. Ну и ладно, как есть. Луна the Moon God. Вот. Спасибо, Луна. Очень миленькая. Я потом сохраню. Да ну тебя, Пони Клаб. У меня ДР 31 марта, я на него выступаю. Удачи тебе с выступлением. Что за претензии, игра для всех? Если им не нравится, что-то буны водят, пусть сами валят на другой сервер. Вот. Как это там? Пусть сами валят на Луну. Да не прокатится там уже никто, там уже давно никто не играет. В плане в лое. Там уже все докачали, и глобальных обновлений... Ну, вот было крафтерское глобальное обновление. После этого, как бы, все уже прокачали, что хотели, и сейчас, по-моему, там особо народ не тусует. Да, рисунок класс. Мне понравился. Все, давайте, наверное, будем закругляться. Значит, в воскресенье у нас ничего, новости. В понедельник ворожея, в среда, четверг крафт-стримы вечером, днем, в субботу новости Лоя. И на следующей неделе, скорее всего, ничего, потому что я, скорее всего, буду аврально все тут доделывать. Мы уже в четверг уезжаем, и там, ну, банально не до стримов. По-моему, Крис что-то хотел 1 апреля еще постримить. Это что, понедельник там, да? 1 апреля. Да, Крис, наверное, 1 апреля может еще что-то постримит, но я, наверное, 1 апреля уже паузу беру. Ну, в смысле, не буду стримить ничего. И, ну, соответственно, потом уже после конвента. Что делает Inspiration с Твичаси? Ну, они радуются, бегают по травке. Так просто. Скачут. Такие, иго-го, иго-го. Понятно, снова я прочитала. На недельку до второго, да, на недельку до второго. Брыкается, кусается? Нет, просто не вроде не кусается. Вроде не кусаются. Вот, так что завтра у Криса будет стрим. Там, кстати, про пиратов Карибского моря. Сейчас арка Kingdom Hearts. Если кому интересно, приходите, щипаются. А пони щипаются? Я чуть не верю. Это что? Вот, но я, скорее всего, буду шить. Так что меня на стриме, скорее всего, не будет. Вот, большое спасибо за донатики. Что у нас сегодня? Руслан, Эдель, ДНС и все. Да, и все. Вот, и увидимся с вами в понедельник. Ну, или там, в среду. Типичное лошадиное поведение. Играют и прыгают по травке. А мне кажется, лошади играются. Ну, я, конечно, мало лошадей видела, но, по-моему, они часто играются друг с другом тоже. Ну, не как, может быть, часто. Не так часто, как кошки. Но мне кажется, это вполне нормально. Особенно маленькие, если еще. На неделю едете? Мы едем на... Короче, 2 ночи в поезде, 3 ночи в Питере. Там, короче, 5 с лишним дней. Почти неделя. В субботу стрима не будет, мы будем в Питере. Ну, нет, в следующую будет, а через следующую нет.
На следующую субботу у нас Лоя с новостями, а через 2 недели стрима не будет. Быстро скажу, я больше не играю в Game Loft Pony. Вот так вот. Ты покинул наши ряды. Кстати, надо зайти и собрать жетоны. Все, всем спасибо, всем до понедельника. Пока-пока, хорошего остатка выходных.